Друзья, с вами Денис Кочерга, Казуку Фэмили, и мы продолжаем проходить Гарри Поттера, Философский камень. И нам надо уже убежать не только от Филча, но и от котяры миссис Норрис. Наверное, родственница Чак Норриса. Погнали. Так. Эй, где он? Ну, только попадись мне, маленький проныра. Единственный хоррорный момент, когда кошак может нас спалить. Такс. Так, этим багом пока можно воспользоваться, да? Или нет? Или да? Так, подожди, Гарри. А, вот все, я понял. Здравствуй еще раз, Гарри. Как там сбор конфеток? Фред и Джордж опять что-то задумали. Я прав? Мне уже рассказали о вашей победе Квиддич. Чувак, ты не вовремя. Отлично, Гарри. Так держать, и кубок будет наш. Ну давай. Так. Мы хоть идем так, как нужно, нет? Надеюсь, что так. Что? Ага. Реально, кошка забаговалась, ребята. Это прям реально. Вопрос, а зачем нам сюда, призрак? Объясни, пожалуйста. Ё-моё. Может, это какой-то тайный проход, который я не знаю, да? Так, выходи, выходи, я все равно найду тебя. О, а там конфетки. Ага. Так, я надеюсь, кошка не прыгнет в самый неожиданный момент. Воу-воу-воу-воу-воу, это было близко. Это было очень близко, ребята. Еще бы чуть-чуть, и я бы превратился в люля-кебаб. Ну, ладно, это шутка. Так, и чё? Сюда? Оу! Кошка, только сюда не прыгай, прошу тебя. Так. Так. Смотрим действие этой паскуды. Так, 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 так. Так, я надеюсь, ты не будешь туда прыгать. Твою мать. Да, давай, 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 давай. Иди в жопу. Тупая скотина. А, нам надо было по сюжетке сюда? Давай быстрее, Гарри. Еще бы чуть-чуть, и был тяжелый момент. Наверное. Так, не сюда. Ладно. Все бывает первый раз, первый раз, первый раз. Если... Дядя пидорас, пидорас, пидорас. Опа-на! Зеркало. Чё ты вакаешь? Вак, 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 квак. Ну... В зеркале Эризиды отражались родители Гарри, Джеймс и Лили Поттеры. Гарри жадно смотрел на них, словно надеясь провалиться сквозь стекло и оказаться с ними рядом.
Когда позади прозвучал голос, Гарри чуть не подпрыгнул от удивления. Он медленно обернулся. И так ты, как сотни других до тебя, обнаружил источник счастья, скрытый в зеркале Эризиды, сказал профессор Дамблдор. Он объяснил, что зеркало показывает не больше, не меньше, как самые сокровенные, самые отчаянные желания сердца, но не дает ни знаний, ни правды. Вскоре зеркало перенесут в другое помещение, продолжил Дамблдор и добавил, что если Гарри еще раз найдет это зеркало, то будет готов. Готов к чему? Подумал Гарри. Мерзкие ученички опять ускользнули, но я запер единственную дверь. Миссис Норрис, моя дорогая, оставайтесь здесь и наблюдайте за библиотекой. Такс. Понятно, ждет нас очередной хардкорщик. Чего? Это что такое? Это по сюжетке так надо? Оу. А что тут? Что-то у меня такое чувство, что тут закроется за мной дверь. Поэтому я пока туда не пойду, сохранюсь. И пойду, наверное, сюда. Что? Тут секреточка. Ой, я так и думал. Четыреста семьдесят две конфеты. Гарри счастлив до полной хрипоты. Ладно, неважно. Так. И куда нам идти? Сюда? Еще такая музычка. Outlast отдыхает. Бу-га-га-га-гашеньки. Пупа-ка-какашеньки. Так. Давай. Ой. Жизни, конечно, у нас маловато. Единственный выход отсюда через эти ворота. Они ужасно скрипят. Следите за этой стороной комнаты, а я прослежу за той. Мы поймаем их, моя кошечка. Ц. Чак Норрис кошечка. Нарушитель! Что такое? Что это? Что, только по низу? Пробрался мимо меня. Так. А дальше? Серьезно? Нам за конфетой просто по полкам прыгать? Серьезно, блин? Или это окно? Нет. Твою мать, я думал, это окно. И что теперь делать? Типа в ту дверь фигачить, да? Ох ты мать, я помню это место, это надо сейчас активировать. Ёб твою, вдышло. Ладно. Да в смысле, блин? Что, с этой стороны ты только можешь колдовать? Иди нахер. Иди в жопу. Кладбище домашних животных, блядь. Бесит меня эта киска. Не, не о той киске вы подумали, о которой я... О которой вы подумали, маленькие извращенцы. Кидай уже.
Иди в жопу, мужик. Я до тебя доберусь. И ты об этом пожалеешь. Да. Где твое кладбище домашних животных? Нету? А дальше? Не понял. А как дверь активировать? Чё за фигня? Ещё и дверь активировать? Ё-моё. Воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче, парень. Ё-моё. Сколько тут миссий? Что это активировало? А, еще выше, ёпр-РСТ. Кыш отсюда! Вот так вот. Выходи, выходи, я все равно найду тебя. Пивз, тебе за это влетит. Так, а как теперь кошку отвлечь, я не пойму. Так, походу я знаю как. Да, иди вали нафиг. Так, с конфетчики. Тан-тан, та-да-да-дан. Эй, Гарри, ты собрал для нас 25 конфет? Класс! Теперь у нас достаточно конфет. Спасибо, Гарри. Что бы мы без тебя делали? Держи волшебную карточку. Ты ее заслужил. Спасибо, Гарри. Ты нас здорово выручил. Помни, ты и знать не знаешь, что мы собираем конфеты. Это будет нашей тайной. Договорились? Пошли, Джордж, у нас полно дел. Так, и как нам обратно вернуться? Непонятно. А, нельзя. Окей. Но чувствую, что мы, может, уже пол игры прошли или чуть больше. Такс. Мы отсюда пришли, видимо, да?
Ну да, ну да, ну да. Такс. Остается вот эта дверь. Точнее, лестница. Гермиона, Рон и Гарри узнали тайну философского камня. С его помощью можно было получить эликсир жизни. Зелье, дарующее бессмертие. Неудивительно, что кто-то хочет его украсть. Такая штука любому пригодится, заметил Гарри. Гермиона предположила, что в свертке, который Хагрид забрал из банка Гринготс, был философский камень. А теперь камень лежал в запретном коридоре, и его охранял тот, кто рычал на Гарри и его друзей. В последнее время Снег ведет себя очень подозрительно. Мне кажется, он хочет украсть философский камень. Снег не станет ничего делать, пока Дамблдор в школе. Но Дамблдор 10 минут назад улетел в Лондон, в Министерство магии. Значит, это будет сегодня. Пойдем. А, ну да, уже больше полигры. Может, даже уже почти конец туда-сюда. Класс. Что делать с Филчем? Он всегда следит за запретным коридором. Только бы нам повезло. Ага-ага. Хм. Похоже, Филч решил сегодня отдохнуть. Ну и слава богу. О, тут еще и шахматы будут. Я и забыл, твою мать. Самый тяжелый момент с шахматами. Ну уж, пошли быстрее. Хардкор, ребятушки, самое тяжелое место. И интересное, конечно, в то же время. Опа, а вот и жизни похелили. Но! То возьми ты карточку, блин, Блэд. Сколько мы карточек собрали, непонятно. А можно посмотреть. Угу. Понятно. Гарри, сюда. Да я понял, ё-моё, ребята. Сохранение потом хоть будет? Ещё. Жизни, конечно, у нас не до хера. Так вот откуда доносилось рычание. Ты слышишь? По-моему, нам не стоит туда идти. Мы должны остановить Снега. Давай, Гарри, мы пойдём следом. Хагрид мог назвать это чудовище пушком. Попробую поиграть на флейте. Вдруг пушок заснул. Будь осторожен. Подожди, а как играть-то? Так, стоп, а как играть? Стопешечки. Гарри,
Не понял. Да ладно. Да ладно. Отлично. Гермиона, хочешь пойти первый? Нет, не хочу. Ладно, надеюсь, увидимся через минуту. Все нормально, тут мягко, прыгайте. Ну давай, Гарри. Что это? Дьявольские силки. В следующий раз я буду внимательнее на уроках гербологии. Ха-ха. Помогите! Гарри, вытащи нас отсюда! Не приближайся к этим щупальцам! А у вас замочи ты их, ё-моё. Ну давай. Да вали ты их нафиг. Вали ты их, вали. Да вали ты их, мать твою, ну. Да вали ты их, мать твою, давай. Ну. Ну, сейчас кикнут нафиг, ну. Наконец-то. Спасибо. Гарри, ты почти сделал его. Сюда, Гарри. Блин, жизни вообще мало, капец. О, это жесткий момент. Очень жесткий, с ключами. Ты должен поймать ключ. Здесь тебе пригодится твое умение летать. Вверх. Да, поздравляю, еще знаю, сколько у нас жизни осталось, Гарри. Вообще, капец. Давай. Ё-моё. Где ключ? Где этот злочастный ключ, а? Да идите в жопу. Я не вижу его. А, вот он, всё, вижу. Да ё-моё. Чё за хардкор? Давай, 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 давай. Ну, еще чуть-чуть, ну.
Есть. Классно получилось, Гарри. Посмотрим, куда ведет этот путь. Да, лишь бы жизни были. Достало меня это. Я уже чуть не сдох. Капец. А, я думал, можно было назад вернуться. Не, нифига. Следующее препятствие — гигантская шахматная доска. Рон пошел играть. Надеюсь, у него все получится. Ага. Как всегда, у всех все получается. И сейвов нифига не дали. О, наконец-то. Да ладно. Ладно, дорогие друзья, с вами был Денис Кочерга. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, приглашайте друзей и ждите новых тоже интересных видео. Всем пока, всем на связи, всем до встречи.